Ох уж эти фуксии, сколько в них романтики. С вами я, Татьяна Кощеева, и сегодня у нас очередной обзор сортов фукси. Самое эффектное, на мой взгляд, сочетание цветов. Белые чашелистики и фиолетовая юбочка. И обратите внимание, у этого сорта в начале распуска юбочка темно-синяя, а со временем она приобретает фуксиевый оттенок. Итак, в нашем обзоре следующий сорт. Пинта де Блю, пожалуй, самый фиолетовый из моих сортов. Здесь три черенка, которые я посадила в мае, а черенки были сделаны где-то в феврале-марте. Довольно-таки крупные, в 6-литровом кашпо. Красавчик!